Перемирие на Украине, но сейчас сложно об этом говорить, потому что выборы на Украине прошли, скажем так, не совсем официально. Пол Украины только выбирали президента, и как можно говорить о том, что президент легитимен, да, слово какое нашел, легитимен, да, официален, если вторая часть государства его не выбирала, и выборы просто не проводились. Вот как можно об этом говорить, и теперь... Все, что он сделал, это просто благодаря ему погибло с его подачи столько людей уже мирных, в том числе и мирных граждан. Но не думаю, конечно, что примут. Опять же, я в политику не хочу лезть, и я в этом ничего не понимаю. Есть у нас грамотный лидер, который должен этим заниматься и занимается этим. Я верю, что все придет, будет мир. Я рисую в своем воображении картинку мира и призываю всех людей, чем больше людей, если мы все, еще раз повторяю, если мы все сосредоточимся на мире, на Украине, этот мир в скорости придем, это доказано уже. Мысль обладает силой, мы создаем этот мир. Сосредоточьтесь на мире, думайте о мире, верьте в этот мир, и оно придет.